Да, вспомнил я, что вчера оставил 3.1, Windows 3.1 с испорченными шрифтами, вернее, не испорченными, в общем, не русифицированные, которые появились после установки. Значит, это... Ну, как его? Драйвера для видеокарты. Вот. И теперь надо бы вернуть то, что было. Так. В общем, возвращать будем примерно вот таким способом. Здесь, кажется. Да, мои виртуальные машины. Old Comp Hard Disk. Вот сейчас мы этот жесткий диск с Windows C1. C11, по-моему, точнее, если Old Comp. Ну, в общем, вы поняли. Подключаю его вторым диском. И запускаю. Да. Там, насколько я помню, еще и аддишены не встали. Наверное, придется какой-то из предыдущих версий VirtualPC брать их. Кажется, уже сталкивался с подобной хренью. Так, какие-то ошибки, но... Ага, нету. Так, теперь. Захватим. В компакт-диске, значит, диск со всякими утилиточками. Угу. Старинными. Собственно говоря, мне бы очень сильно понадобилось это, как и я. Что-нибудь из этого, ну, наверное, самый симпатичный Windows Commander, ныне Total Commander. Русского нет, не ладно. Все, спасибо. Ну вот. Запускаем. Здесь окей. Шрифты тут прямо в папке System. Отдельные подпапки у них не было еще. Так, а ну-ка. Они, по-моему, и тут также. Или нет? По-моему, сейчас вот более свежих Windows. Все-таки. Что-то не пойму. Где шрифты-то валяются. Ну-ка поищем. Так, все, что касается... Блин, русский стоит. Он, блин, еще и не переключается. Что за хрень? Во-первых, так. Ctrl-Shift. Сделаем. Так. Все. Точка. TTF. Как так? Как так? А где шрифты? Не понял.
ничего не понимаю. Не, ну, а, ну, наверное, они это скрытые, но, так, а где это, где это кроется? Показывает скрытые системные файлы. Наверное, сейчас должны найтись. Вот они. Ну и, короче, недолго думая, берем все это руки. Окей, да все, перезаписывай. Так, готово. Я выключу, пожалуй. Мы проверимся. Но. О! О, дела. Хренушки. Нехорошо. Значит, не только на ТТФы придется, но еще и фоны заменять. Так, блин. Блинский. Она еще и это. Так, ну, заодно и так сделаем. Раз одних ТТФов было мало. Кстати, я, может быть, еще и не все скопировал. Давай заново. Ну вот, слава богу. Одной бедой меньше. Так, ладно, дальше что там у нас по плану? Да, потом разберемся, пока на этом, значит,